Так, сегодня у нас очень интересная вещь. Это шкатулка для любителей табака, любителей курительных трубок. То есть мы видим здесь вот, у нас даже есть трубка в комплекте. Трубка такая бывалая уже, обкуренная, скорее всего, там по всеми морям ее возили, обкуривали. И шкатулка сама сделана из капа корня. Это очень ценная вещь. Ее очень любят любители там домашнего уюта, у кого есть дом. Они с удовольствием покупают такие вещи, насыпают туда какой-то современный табак, берут эту трубку, да, и используют, как им нравится. Значит, мы приобрели эту вещь тоже примерно где-то в районе 1000 рублей. И будем держать ее сейчас не на аукционе, мы будем выставлять фиксированную цену, потому что мы знаем, сколько это стоит. И также можете наблюдать за нами. Если у вас есть интерес, вы даже можете приобрести это для себя, потому что это вот как раз одна из тех вещей, которая будет дорожать. То есть это надежная штука. И вам советуем тоже обратить внимание на подобные вещи. Вот сразу, как только видите что-то интересное в таком плане, то есть обращайте на это внимание. Так, наблюдайте за нами. Будем держать вас в курсе.